Привет! Сейчас я вам покажу, как живет среднестатистическая армянская семья в селе. Мы приехали в армянское село. Какое село, Азат? Может, кому-то нужно? Какое село это? Вот, и... Короче, Азат забыл. Пошли, Азат, покажу. Ну, вот одна машина. Это Волга. Вот такое дело. Сейчас вам покажу, как живет семья. Мы приехали к Азату на сестре. Вот, проходите. Вот такой большой двор. Большой двор. Покажи. И давай покажем, какая семья. Ну, какая тут это. Это, наверное, уже я буду, потому что ты очень медленно делаешь. Вот это такая, ну, прихожая, да? Прихожая. Прихожая. Вот зал. Ну, живут они как? Она работает в библиотеке. Здесь пенсионерка живет. И два сына. Ну, отец умер давно. Вот так они живут. Такие стулья хорошие, стол хороший. Здесь все собираются, вся семья. Когда дни рождения. Ну, еще раз говорю, это моего мужа сестра. Вот такой зал большой. Пианино. Здесь одна спальня. Один сын живет. Ну, спальня такая хорошая, мне нравится. Вот. У моей бабушки в селе такие, на Украине тоже такие двери. Это другая спальня. Здесь спит, ну, сестра моего мужа. Азата Эгина, очень хорошая девочка, кстати. Это я. Привет. Вот компьютер. Вторая кровать. Это мы зашли в прихожую. Кухня. Вот в туалет, я была удивлена. Тут такая маленькая кухонька. Ну, кухня довольно неплохая. Говорю, еще раз говорю, среднестатистическая семья. Да, кухня обычная. Вот такой туалет. То есть есть унитаз, есть душ, что меня очень обрадовало. Вот. Так, сейчас я вам покажу. Ну, вот плазма. То есть живут, я так скажу, нормально. Так что, как они все говорят, что, ну, как бы нет работы, тем не менее... Ну, за счет, знаете, чего? А, Эне, покажи такой там хлеб. А, вот так хлеб, кстати, держат. Вот печет она хлеб, а потом вот так держит. Вот, вот так, сухой. Никич тырчу, вот как она делает. Вот так она. Она немножко воду делает, и он обмягчается. Вот он обмягчается. Потом складывает. Складывает. И тогда он становится мягким. Что интересно, какой... Эня, как ты сделала такую брызгалку? Как она брызгалку сделала? Она такие дырки сделала. Кстати, это очень удобно. Я такого никогда не видела. Вот, что вам покажу. Здесь, а здесь вторая машина. Такая машина. Мне нравится их машина. Но машину они купили, вот, я говорю, откуда деньги? Я же, знаете, я люблю задавать неудобные вопросы. Машина, очень хорошая машина. Вот такая, Мерседес, наверное. Парадная. Парадная машина. Та рабочая машина, я вам показала, это парадная. Я говорю, откуда деньги? Я же люблю задавать неудобные вопросы. Они сказали, Эгне сначала растерялась, потом говорит, ну, он пришел с армии, а он служил, младший сын, в Карабахе, ну, такой, на передовых позициях, чуть не умер. Ну, когда он был в госпитале, там разбомбили ту часть. Вот, и он говорит, ну, вот, решили ему купить машину, ну, он очень много работает, работает он... В этой, вот тут. Вот очень большой у них огород, очень близко, много винограда. И там много всего. Я просто не буду все это показывать. Ну, что я буду показывать, Азат? Не толкай меня. Короче, у них много деревьев, много винограда. Они продают. И на эти деньги вот купили машину. Но с каждым разом продажи все хуже, потому что вот работы очень много, очень много. А получается, что продают за копейки, то есть труда. Ну, как у нас в Украине, по-моему, та же самая история. Баура, а я не ура. Вот, мешок карту. В последнее время, в общем, в селе они раньше все, вот они картошку. Картошку они не выращивают, а вот купили они картошку. Такие ведьки сыновья у них, высокие, красивые. Вообще такие сыновья у Гины. Такие работящие. Не пьют, не курят абсолютно. Вот эти ребята, они не пьют, не курят. Вот подвал. А, изгушен. Вот такой подвал. И в подвале она что-то там. Тут в подвале, видите, такие бочки.
такие бочки. В бочках что-то есть. Вот яблок очень много. Ну, в общем-то, не важно. Посмотрите, какая закрутка. Боже, какая Гинна молодец. Вот закрома армянской семьи. Перец. Листья. Айва. Айва, да. Какие, по-моему, какая Гинна хозяйка все-таки. Всякое лечо, мечо. Вот истинно, я сейчас еще отдельно это сниму. Вот, вот пожалуйста. Тут виноград. Гранаты. Сейчас спустимся отдельно, снимем вот это. О, граната. Вот виноград висит. Это они зимой будут кушать. Они будут кушать зимой. Вот гранаты. Слушайте, так сказать, зажиточная армянская семья, вам скажу. Но это все такие. Кто, да. Там, где работают. Что надо где? Перец. Это банай. Солёный. А тут что? Это сыр, да? Там сыр. Это сыр. Тут перец. Тут картошка, в общем. Я сейчас, Азат, это отдельно я сниму. Это очень интересно. Вот. И сейчас... А на столе уже все есть? Долма, молма, все, аминычи есть? Да. Вот. Вот так они живут себе. Работящие, мирные. Ну, там такое, знаете, держат они что-то. Ну, как кладовка. Как кладовка, тут помидоры. На каждый день. Тут еще один холодильник. Это как летняя кухня. Тут, короче. Мука. Мука, такого плана, ну, хозяйственная часть. И вот они обедают, они тут. Вот это типичный армянский стол. Это хлеб, это авелюк, это долма, ну, плав, ну, рис, мацу не обязательно. Вот это все. Вот все. Во главе сидит свекровь. И вот. Да, что? А вот сестра Азата, она очень хорошо девочка. В общем, вы поняли, да? Как живут они. Вот так живут. Очень мне нравится. Это машина рабочая. По полям ездит и так далее. Ну, тут еще багник. Такого, там они воду набирают. Раньше, когда не было туалета внутри, то тут купались. Все, я вам кого-то все показала. Это мой Азатик. Все, вот так живет среднестатистическая армянская семья в селе.